Доброго времени суток всем, дорогие друзья! С вами наконец-таки Каспер, с вами наконец-таки StarLadder TV, с нами сейчас еще будет Катан Хант, и это же он. Ну, пока еще не он, но он будет совсем-совсем скоро, я уверен. Да? Ты тут? Роман. Виктор. Роман. Виктор. Ладно. Надо было так минуты три поделать. Погоди, у меня мышь сошла с ума. Она... Секочку. У меня каким-то... Ребята, ты сейчас думает, что это он продул мышку. Все не так. Нет, понимаешь? Это ноздря, стол. Ты понимаешь, что у меня только что в мышке, там где сенсор, торчала пластмасска. Как она попала туда, я не знаю. С коврика я ее никуда не двигал. На коврике тоже, естественно, ничего нету. Я не знаю, что происходит, но... Это жесть. Ладно, друзья. Что мы видим? Мы видим квалы на американскую Star серию. На 9-й сезон Star серии, на дивизион... Я даже не знаю, ну это не североамериканский у нас, там из Бразилии, из Перу есть команды. Но сейчас играют два коллектива, скажем, более или менее известных. Ну, Дигнатос — это просто ребята тоже, которые собрались покатать. А вот ребята, которые играют против них, которые не Дигнатос, а которые вроде как команда. Сутулые собаки. Да, собаки, сутулые собаки. В общем, Team Dog... Это ребята в составе Пайката, Демона, Мизери, Фогеда, и сейчас у них играет стендин Соне, или Соун, или Соне, Соне он у нас будет. Ну, там вообще Мейсон у них, еще пятый игрок. Так вот, это у нас сетка виннеров. Вот сейчас я покажу вам турнирную таблицу. Осирис, мы видели эту каточку несколько часов назад, выиграли легко достаточно у Юнион, ну и, собственно, вот сейчас второй финалист верхней сетки определится. А так как квоты две, то квоту получает у нас победитель верхней сетки и победитель нижней сетки. По сути, у нас сейчас битва за выход в финал. Битва за квоту, вот так вот. Но проигравший упадет вниз, там уже продолжит свое жалкое существование. Ребят, поправлю на секундочку, то, что это битва за выход в финал, не означает, что это будет выглядеть как битва за выход в финал. Ну, вообще, да, предыдущий матч у нас был не самым... Не, они были прикольные, да, предыдущие игры, но не самого высокого качества. Скажем так, у аматорки их бы приняли нормально. Не, ну, сейчас-то может что-то изменится, хотя на самом деле это тот же круг играет, ну, в смысле, та же стадия, следовательно, как мне нравится была фраза в чате, так это что, значит, что кто-то еще хуже этих ребят есть? Да, это же прилично. Да, раз они во втором круге этого турнира. Ну, ладно, ладно, шутки шутками, но... Мы видели, в принципе, все эти матчи, так что можем смело, я думаю, анализировать то, что там происходило. Сейчас у нас стадия пиков банов, вторая стадия банов почти закончилась. Собаки банят у нас инвокера Нюкса, Лайфстиллера на Нюкса и Найкса. И еще сейчас кого-то забанят, не знаю, кто бы это мог быть, Зевса или аппарата какого-нибудь. Ну и команда Дигнатос, у них даже аватарка забавная. Тинитоса, значок Дигнитос. Так что все у них нормально. Все по фильшу сделано. Да, Эмбер Спирит, Чен, Рубик и Дазаль в бане от них. И Нага Сирена четвертым баном. Пайката. Жалко, что это еще не моя озвучка работает. Какая не твоя? Ну, а какая твоя? Минус на X бубы. Сын собаки. Из баны. Ну, на X же это собака? Ну, почти. Как почти? Все же называют ее собакой. Не знаю, кто все. Хвост, как минимум. Не, ну хвост, он хвост. Ему можно.
Да, RTM пик. Что у нас там еще набрали? Набрали у нас Dragon Knight. Интересный герой. Частенько мы его стали видеть в последнее время. Особенно в миде. Особенно, особенно с Shadow Blade. Ну, такое, да. Назойливый такой товарищ. Кстати, не знаю, почему Shadow Blade. Ну, понятно, так спид можно синициировать, догнать там в Dragon Form, ну, и так далее. Да, да, вот тут скорее 3000. Связано с инициацией больше. Ну и опять же, ДК у него очень сильный стан, у него хороший дэмэдж. Неплохо, короче, для него заезжает, как по мне. Но опять же, атак спид. Атак спид для ДК немаловажный фактор, потому что он медленный, как раненый ленивец. То есть... Очень-очень-очень плохо нарезает. Просто ленивца недостаточно. Раненый. Раненый ленивец, именно, да. В обе лапы раненый ленивец. И то двигается быстрее, чем стреляет Dragon Knight. Хотя нет, я обманываю. Я недавно играл на Баратруме. Я реально понял, что такое медленная анимация атаки. О! Я видел эту страту! Подожди, кто там? Что это за страта? Что? То есть, Nature's Prophet, Enigma и Traxxas тебя ни о чем не говорят? Нет. Ну да, я понял, окей. А у нас было такое? 10 seconds remaining. А когда мы это видели? Подожди. Ну давай, давай. 5 seconds remaining. Я не помню. Видимо, у тебя что-то с памятью. Так я же не отрицаю этого. Роман. Да, Виктор. Где, где? Где я? Что я? Да. Что? Какой сейчас год? И где моя почка? Требует аналитику, Каспер. Давай аналитику. Аналитику. Зови факера. Да, ну, во-первых, нужен факер, наш внештатный аналитик. Точнее, штатный аналитик. В плане аналитики, что можно сказать? Дигнатос сейчас доберут, так, кто у них мид есть, фармила есть, ну там суппорта какого-нибудь такого, вот, хотел сказать, типа Вич-доктор, Вич-доктор в бане у нас. Так вот, я не знаю, раста какая-то, может, заедет сейчас к этим пацанам, видим, виномансера они забанили. И Шадушамана сами забирают, ребята из команды Собаки. Потому что знают, что Shadow Shaman должен был появиться внизу. И легче забрать его самим, и хоть как-то можно будет отбиваться периодически, нежели воевать с этими вардами. И вот теперь вопрос у Дигнатосов, кого взять на замену Shadow Shaman. Я сейчас хочу понять расстановку лайнов. У кого? Энигма уходит в лес. Ну, Энигма, лес, Traxxas фармит, ДК в миде, на черт профит сложно, ничего непонятного. Так как суппортить Traxxas будет только один? Ну да. А зачем ей больше? А если сюда придет трипла? А какая трипла? С кем трипла? Инча с крипом. С любым. Ну, отлично. С Соухом. С Соухом. Так Traxxas там умеет сайленс теперь офигенный. Я вообще плевать на всех. Она теперь... Все. Постоянно вижу Traxxas на первом уровне с сайленс. Ну, скажем так, если тебя придет месить трипла, то ты должен будешь быть Traxxas на первом левеле с сайленсом. Потому что, если это будет не так, тебе быстро объяснят, что делать с твоей аурой. Куда ее засунуть. Слышишь? Use your ability, Марон. Именно так. О, надо зачекиниться. Я вот сижу, думаю, чем бы заняться. Надо зачекиниться в арене. Я бы на твоем месте сейчас такого не продвигал. Ну, в смысле? Вообще сейчас в Киеве лишний раз где-то чекиниться. Занятия достаточно опасные. Ну так, значит, да, ты решил? Дениша мне рассказали. Первому каналу. Там, где этот, как у вас говорят, на драконах летают и уносят в лес девственниц. Да-да-да, и из младенцев шашлыки делают. Все правильно. Все как по телевизору. Так, ладно, друзья, погнали. Команда псов у нас. Мумдог, это Мизери вроде как, играет на Луне. Я сейчас проверю, наверное, лучше профиль. Профиль Steam.
Да, это Мизери, все правильно. Мизери на Луне, Пайкат на Шадоу Шамане, Фогет Инчантрес, Демон на Элдер Тайтане, и у них стендин катает на Бетрайдере, который сонный. Вот. Так, да, говорит, Кенвери стартах и в 40% пакет лосс. Шима нет. Напиши нет, иди вообще отсюда, да. 40 не 50. Пинг. У меня все отлично. У меня тоже, погнали. Погнали. Каспер, для меня каждый рестарт, это мой компьютер плюется лавой. Они без нашего разрешения вышли. Так, да, ну ладно, я им пока ноги ломать не буду, но я намекнул, что это произойдет в следующий раз. Только надо мод улучшить. Подождите меня. Да. Но нафиг ты нам нужен? Сейчас ты договоришься, ты зачекинился, я знаю, где ты. Я еще не последний зашел. Так, там уже почти все зашли, да, отлично. Предлагаю в перерыве врубить скайп, я притащу своего кошака. Зачем? Пусть все узнают главное. Катана-катана. Катана-катана? Такая милаха, когда не бегает по потолку. И не ругается матом. Не, матом он ругается, когда выпьет. Пьет только под наркотиками. Что-то у тебя там вообще все очень серьезно, я смотрю. Нормальный кошак, стандартный. Уши, хвост. Драконья чешуя. Так. Спрашивают, могут ли они юзать Ауи 2000 в качестве стендына. Но Ауи 2000 у нас задействован в одном из коллективов, насколько я помню, которые уже приглашены на Стар-серию. Следовательно, они не могут этого сделать. Так, ну вроде бы все позаходили. Все нормально. Пайкат нету. У Пайката какие-то серьезные проблемы, видимо, с PC. Посерьезнее, чем у тебя, видимо, ты хоть в доту зайти серьезнее, можешь. Серьезнее, чем у меня не бывает. Не, да? Понимаешь, он хотя бы, ты хотя бы в доте сидишь, а он даже в доту зайти не может. Он теряет 40% пакетов, а ко мне приходят все 100, но компьютер показывает только 10. Угу. Ну же. Почему стрим превращается в черный экран? Хватит моргать. Да не знаю, что у них там происходит. Так, я вот смотрю. Самые ожидаемые игры этого года. Всякие Watch Dogs, Тифы, Dragon Age. Half-Life 3 там есть? Мне кажется, Half-Life 3 должен быть самой ожидаемой игрой каждого года. Десятилетие. Хардстоун. Самая ожидаемая игра. Вот прям пипец ожидаемая. Так, короче, сейчас воткнем Штрафецкий нормальной такой команде тьмы. То, что они не могут нормально скооперировать. Насколько их жахнем, братуха? Левел 2, например. Потому что левел 1 они уже свой пропустили. Они трёху просят, Каспер. Да, давай им трёху. Дальше пальцы пойдут. Голос такой стал автоматически, как меня постриг. Не, им-то там хорошо. Я имею в виду демону и его товарищам, некоторым товарищам. Потому что у них там вроде как день, вечер. Они не особо ущемлены. А вот мы... Тут... Нормально потеем. Мне нравится комментарий у меня в паблике. Надеюсь, Юнион справится в сетке лузеров. Неплохая команда. Да.
Да, команда действительно была неплохая. Первые Была, Каспер уже похоронил. 5 минут игры. Так, ой, я посмотрел тут скриншот вечера третьего и маленько сбрызнул от этого скриншота. Он реально эпичный. Я не хочу возвращаться в эту студию. А ты Сидеть что там думал? целыми днями сбрызгивать по чуть-чуть. Надо было в лоллерские Блин, брызгать. еще и Вов новый. Что же они со мной делают? Вов, да, вот уж Вов. Go, Вов, Каспер. Так, все, написали ГГ. Поехали. Не, Вов я просто, например, меня спрашивали, да, играешь ты в Вов или нет. Я в Вов играл до тех пор, пока, ну, я, скажем, не увидел все, да, что там можно увидеть. То есть не побывал во всех инстах, там, на всех боссах, бла-бла-бла. Короче, пока я там вот это все не исследовал, мне было интересно. Потом такое уже, знаешь, это набивание, выбивание айтемов с 80-20 захода, это не для меня. Поиграй в линейку. Потрясающая игра. Согласен, согласен. Райт-клик мой лучший друг. Почему фонарик крик? В линейке? Ну, Или... левый клик, извиняюсь. Мне просто показать свою Ну, киску. там еще можно F1 и F... Ну, типа 1-2, 2 скилла биндишь и все, и погнал. Да нет, ты гонишь. Что? Ты не в ту линейку играл. А в какую я играл? Ну, я Ну, играл тебе давно походу в в линейку. деревянную играл в третьем классе. Я же говорю, я играл давно. Поэтому я ничего не могу Я сказать. говорю. Так, о, все, мы даже подключились, слушай. Подожди, я загрузился не самый последний. Это не я остался еще. Да? Ты можешь мне не верить, не могу тебе прислать скриншот. Там у Зуйори или как-то так. Мерлини. А, Мерлини он пишет. Вон. Да, Мерлини тоже в NPC. Ты смотрел сегодня хоккей? Я слушал хоккей. Я плакал, хоккей. Плакал хоккей, чё там? Чё там? Жопорез там был. И кому же порезали? Братьям моим русским разрезали булки. Поперек, вдоль. Там адское месиво, знаешь? Я понял. И девочка-фигуристка, 15 лет, все сделала офигенно и упала на последнем трюке. Это вообще подстава. Но у него уже есть одна золотая медаль. 15 лет, Каспер. 15 лет, если Понимаешь, что в такие пи... были у нас медали, это шоколадные такие. Вот только хотел сказать, что Как и у ты всех. вот С языка просто снял, да? да. Вот что я делал в 15 лет? Вот там вот Ел фигуристок. втихаря, да, на фигуристок втихаря там где-то в комнате у себя сидел и все. Избрызгивал, как обычно. Избрызгивал, как обычно, да. А там уже люди золотые медали выигрывают. Беда. Нашел какое-то приложение в магазине, ну, на этом, на Windows Phone. Там такой перевод на русском странный, ну, вообще, как будто через промпт переводили, и поддерживаемые языки русские. Я вот как-то остерегаюсь. Чуть-чуть переведу тебе. Хочешь, переведу. Чуть-чуть переведу. Ты только дорогу покажи к приложению. Так, ладно, друзья, начинаем мы смотреть. Опять же, еще раз повторюсь, что Сонная у нас играет на Бэтрайдере, Демон в миде на Элдер Тайтане, Фогет Инчантрес, Пайкат на Шадоу Шамане и Мизери играет на Луне. Это команда псов. Ну и команда Дигнатос. D1 Дроу Рейнджер, отличный никнейм. Там D2, наверное, дальше. Нет, Дурб-Дурб, вот тот самый Дурб-Дурб на Дизрапторе. Dragon Knight. Ладно, пусть будет просто Dragon Knight. У него за спиной Найрок. Такой вот, как Слушай, мы Фрайрок, на только каком Найрок. сервере играем? На USST. Тут уже 50% потери пакетов растут. Мне нравится. Он 3 players. И типа, и все поливали.
Слушай, может мне их вообще забанить всех к чертям собачьим? Господи, давай, типа, уже принимать какие-то меры, я не знаю. На дыбу хотя бы посадим им одного. Я бы тоже на дыбу не против. Сесть? Нет, типов. У меня вообще сказало, что место расположения сервера Люксембург теперь. Поэтому и пинг в целом был плохой. Не, так он стоял Восток США. Вот, видишь, внизу было написано Восток США. Каспер сбрызнул в прямом эфире. Шок 18+, без СМС. Да-да-да. Нет, СМС, ребят. Надо же подымать хоть как-то. Баблишко. Так, ну, вроде там уже почти начали. Да, я еще раз переставил сервачок, теперь должно все нормально работать. Надеюсь, теперь проблем не будет. Знал бы ты, что мой компьютер говорит в твой адрес. Что он счастлив? Цензуре это не поддается. Пацаны пишут, штраф левел 2 заряжал. На лупике-то. Да, штраф левел 2 на улпике, это очень сильно. Пофикси в Dota 2 ТВ звук, тебе говорят. Хорошо, он работает. В Dota 2 ТВ звук должен быть. Если там опять эхо, то это Good Hunter. Пацаны, все вопросы к Касперу. Да, сегодня он смотрящий за хатой. Пишут, ай-яй-яй, в новой линейке дофига скиллов, хотя старая с райт-кликом была лучше. Вот это тоже такое там... Кому как. Не, WoW, например, в новый я с радостью поиграю. Опять же, только для того, чтобы там посмотреть, что добавили, что поменяли. И так далее и тому подобное. Этот экстримчик такую картинку скинул. Что там, шок-контент? Шок-контент ты сбрызгиваешь. Нет, там жара вообще нереальная. Ну, потом я тебе в конфу кину. Это не для общественных начал. Так, prepare for battle. Все, мы уже всех говорили, кто на ком что катает там. Я сейчас опять проверяю пинг. У меня в консоли отобразилось секунд через 10 то, что я написал пинг. Но у игроков с пингом вроде проблем нет. И, надеюсь, потери пакетов тоже нет. Try good luck. И Вован говорит, вот моя школа сразу. Причем Бетрайдер, заметь, летит ровно туда же, куда летел и в прошлый раз. Вообще все точно такое же. Рачел the more the bat. Вот такой вот летучий мышь. С моей графикой я не могу отличить вообще. Я думал, что это Bounty Hunter. Окей. На палатке. Ладно, начинаем. Начинаю смотреть. Интересная задумка в исполнении Дигнатос. В том плане, что они, по идее, должны идти пушить. Если все будет складываться, как должно складываться. Хотя мы видели вчера, даже, кажется, ту команду, которая взяла еще более пуш камбу и при этом провалила вообще все, что можно было провалить. Пушить. Да, при этом не пошла пушить. Это очень интересная и увлекательная история. Ну и давайте посмотрим, как себя будут вести эти коллективы. Коллектив, который играет за Дайр, я уже говорил, что там достаточно именитые игроки, которых мы не смогли пригласить напрямую. Они вынуждены были играть на квалах. И вот сейчас они отвоевывают себе место под солнцем, будут пытаться попасть в Стар-серию американскую. Так... Ну, Бетрайдеру тут не все плохо, хотя нет, все плохо. Всё он плохо? Еще не получил экспу ни за одного крипа, а тычек уже наловил. Нормально, за первого вот получил и уже продолжает ловить тычки. Точнее, опять продолжает ловить тычки. Как тут дела сложные у Фуриона? У Фуриона дела идут не намного лучше, там Раст периодически подходит, напрягает. Правда, линия пушится, так что у Фуриона все нормально. Он сейчас получит здесь много-много уровней. И все у него будет хорошо. Хотя он тут еще крипом немножко подержал, чтобы линия не запушилась обратно. Ну
Ну и Бэтрайдер тоже получает опыт. Сейчас уже будет второго левела, скорее всего. Вот так. Вот такой ты сидел, молчал, ты-то не палился. Как я увидел только вот сейчас. А чем там до этого занимался? Это я сижу тут. Смотрел на топе, как чушь несу. Экспу получает. Такой ты не очень. Я смотрю только за фурионами. Окей. Тогда я выберу себе другую цель и буду смотреть только за ней. Там у тебя жабки есть на рунах. Ну, жабки, ты жабок на рунах не обижай, кстати, где они? Не обижаю, я... А у меня кто-то отключил кто-то жабок на рунах? Что? Видео? Кансер, по-моему, тебя собираются набрить. После такого я бы расследование заводил. Так, ну смотри, что тут битва Фуриона с Растой. А Фурион-то неплохо наваливает. Слушай, Расте больно, очень больно. Под аурой троксы. Да... Ну тут мы быстренько по дауру насовали. Еще Елдер Титан с мида прибежал. Такие чайки. Эти псы. Не обижайтесь, друзья. Точнее, не думайте, что команда обижается. Они так и называются. Team Dog. Поэтому тут ничего личного. Just business. Такс. Что ты там делаешь? Вот чем ты там занимаешься, мне интересно. Чатик почитываю иногда. Хорошо. Чем ты еще там тогда занимаешься? Окей. Можешь не говорить. Я и не сказал бы. Медали зарабатываешь, да, в свои 15? Медали зарабатываю. Да. Фурион тут хорошо, кстати, ласт хитит под вышкой. 8-3 у него уже крипстат. Такие медали сам уже 15 лет зарабатываю. Пора бы мне уже мастера спорта дать. Так. Демон. Сейчас будет пятый уже. ДК чуть-чуть уступает. Ну, хотя они там одинаково идут по уровню. Тут разница не слишком большая. Как дела у Энигмы? Во что будет идти Энигма сразу? Тоже хороший вопрос. БКБ хороший вариант, потому что есть всякие бимы, которые с лонг-рейнджа будут способны сбивать Black Hole. Так что без БКБ. Ну да, с БКБ можно обезопасить от всего, кроме Бэтрайдера. Ну а Бэтрайдер там, если прыгнет, надо еще хорошо залететь, чтобы можно было схватить Энигму, не попав самому при этом в Black Hole. Жалко, Black Hole своих не засасывает. Я предлагал сделать доту с Friendly Fire. Это было бы ржачно. Представляешь, там Магнус там просто... Не-не-не, я имею в виду скиллами именно Friendly Fire. То есть вот, чтобы можно было там Магнусом в стан засасывать. Это самый юзабельный герой, отвечаю. Ё-ё, это только что так Фурион по таймингу улетел. Да, причем Фурион улетел для того, чтобы пушить нижнюю линию, а ему пришли пушить верхнюю. Ну и кто что быстрее убьет, сейчас мы с вами выясним. Глиф там и там есть. А, правда, тут уже половина вышки нету, а тут к Тауру только-только подошли. И это проблема, потому что могут еще успеть прилететь, наверное, подефать. Хотя телепортов нет ни у кого, так что никто не прилетит. Скорее всего, пойдут дальше тогда. Тут дамаги-то побольше будет. Да, тут Тауру Траксы очень неплохо добавляет. Дотер, ну как, пока она добавляет 6 урона, это мало. Так что тут ничего такого необычного. Что, на Т2 пойдут? Лул. Кто на Т2 пойдет? Они пушат Т2. Да, эти-то не пойдут дальше никуда, чего? Они пройдут дальше, пока не увидят, что кто-то оттянулся. Там Тракса только что умерла на ФБ. Нет, не умерла, она выпила две фласки для того, чтобы не умереть на ФБ. Как тебе такое? Ну... От вышки. Просто от вышки. Две фласки — это лучше, чем ФБ, на самом деле. Какой ФБ, кстати, 2-0 счет? Ты что тут несешь? Ну, какая разница? Ну, я имею в виду для нее ФБ. Или она тоже уже не первый раз умирает? Нет, не могла первый раз умереть. Да, так, у нас там действительно эти ребята вот пушат Т2, эти ребята тоже далеко не ушли. Ну, пушащая Тракса со вторыми стрелами — это странное решение, как по мне. Ну, на всякий случай цепануть можно. Нет, цепануть — это, конечно, хорошо. Ну, сейчас, может быть, даже и цепанут. Ну, так если вернул. Да, вернул. Вот, вернул, хорошо. Ну, тут все, тут минус Бэтрайдер. Отлично. Слушай, это... там-то пацаны уже к Т3 подобрались. Не, ну Т3 тут вообще не пострадал. ДК там в центре уже с 6-м уровнем. Продолжает напрягать демоны. Подойти можно еще поплевать по вышке, наверное. Нужно подойти и плюнуть в вышку. Что это за Драгонайт, который не идет и не плюет в вышку? Бесполезный какой-то Драгонайт получается. Опять там разоблачение в чате. Что там? Теперь говоришь, что я не видел никогда голой девушки. Я со времен общественных бань. Так что... Скажи, насмотрелся. Насмотрелся.
Немногим вам предстоит столько увидеть, сколько видел я в свои годы. Начинается. Я в свои 8 видел столько, сколько вам в 30 не увидеть. И все они даже не отворачивались. Правильно, потому что тебе было 8. Никто не мог подумать, что ты такой пошлый упырь. А я тоже не думал 8, что я пошлый упырь. Это сейчас я понимаю. Что ты 8 был пошлый упырь? А, тогда тебе это казалось нормой. Конечно. Так, все, хватит, сменим тему. Не будем о лучших годах моей жизни. Ладно, годы годами, а тут-то игра у нас продолжается. Несмотря на то, что она не такая кровопролитная, как у нас прошлый матч был. Она товаропролитная. Товаропролитная, согласен. Бетонокрошащая. Ну, Фурион уже стянулся в центр. Тут же Дизраптор рядышком, там Энигма должна сейчас в спину подходить, так и есть. Энигма через Владмир играет, как тебе такое? Ну, я не верю, что это Владмир, но артефакты на Владмир. На самом деле тут с легкостью можно сказать, что это будет Мека, потому что есть веточка в инвентаре. И да, это хедреска, так что это не Владмир, друзья, не волнуйтесь. Это очередная чушь. Это... Да, это будет файп, естественно. Но это будет Мека. Мека будет совсем скоро, причем, если вышки продолжат падать с такой же скоростью. Тракса переместила сейчас на топ, на самый запушенный лайн, где можно нормально пофармить. Тракса продолжает качать ледяные стрелы. Опять же, мне немного непонятно зачем, но продолжает. Смотри, летит Фурион, и Мугону... Вот ошибка была не вызвать трентов. Или вызвать их настолько поздно. Ошибка была в том, что они оба, да, втыкаторы, причем плотные. Тракса завтыкала сайленсом, слишком поздно дала Фурион, слишком поздно вызвал трентов. Следовательно, все залетело в Фуриона, а ему там много не надо. Короче... Ну, он свою миссию, в принципе, выполнил, трентов вызвал, с ними можно попушить. Да, миссия выполнена. Прилетел, умер, подвидел луну. Миссия выполнена. Да, Бэтрайдер Даггер, кстати, себе покупает. Даггер крайне тайминговый. Правда, инициировать пока особо не с кем. Но можно просто полетать кого-то, попытаться зацепить. Тут уже внизу Энигма. Тут помимо Энигмы прилетел тот самый Фурион. Фурион может за спину сейчас залетать или нет? Фурион уже залетел. Ну там да, царский был в лёд. Так, слушай, кстати, кентавра нашли. Тресь! 67 золота. Получай. Так, Са перемещается вновь на центр. Слушай, я не понимаю, почему команда не на топе на самом деле. Тут вот. Дигнитос. Дигнатос? Дигнатос. Почему не Дигнатос? В смысле? А не Дигнатос. Почему через А? Ну, читается так, ударение не на эту букву, поэтому оно читается как А. Ох уж языки эти. Я вот только хотел сказать, да, что ох уж этот Годхант. Ну ладно, у нас тут напали на Луну. Луна перед этим еще чуть типа не умудрилась убить. Хорошо так ветром обдуло Фогеда. Он убегает. Больше его зацепить ничем не смогли. И ДК уже подбирается к тир-2 вышке. Хорошенько он ее так пробивает. Вроде там вот на... этом хелсбаре не особо видно, как яд ДК отнимает здоровье, но когда нажимаете на саму вышку, вы можете прекрасно заметить, как же все-таки сильно снимает эта пассивочка драгонайтовская. Там сотка практически, он за тычку уходит, если не ошибаюсь. 120 вроде бы даже. Неплохо. Да, вон 20 урона в секунду. Пью-пью-пью. Так, ладно. Так, ну здесь Раптор. Тут почему-то стан в иллюзию был. Ну, опять же, Тракса как-то криво закидывает сайленс. Но там, хотя есть блэкхол, и блэкхол хорошо залетает. Через секунду только сможет Луна его сбить, но она этого не делает. Естественно, слишком поздно. Ну, тут прыгает уже, правда, Бэтрайдер на Энигму. Энигму забрали. Хорошо там стянул демон. Демона возвращают. Что его с руки? Запинают или нет? Тракса да. Сейчас не отпустит. Ай-яй-яй, какой же Эклипс сейчас будет залетать? Эклипс уже залетел, и он был действительно офигителен. И отсюда не уйдет уже никто. Улетел, точнее, только Фурион у нас. Пытается сбежать еще отсюда Дизраптор. Нормально топнул Урса. Урса такая, да, стояла там на холде. При том, что она даже не шевельнулась. Она просто стояла и топнула. Ну что ж, минус 4 в исполнении команды псов.
и они забирают Рошана. У них уже должно быть неплохое доминирование, я имею в виду вот графики по опыту, они уже действительно далеко впереди по деньгам. Через пару минут нам все просчитает и выдаст нормальную инфу. Они не особо выигрывают по деньгам, потому что они потеряли уже 3 вышки, в то время как забрали 2. То есть там есть небольшая, конечно, разница, но как только они заберут Т1 по миду, Т1 внизу, если они это сейчас захотят сделать, то они действительно очень-очень сильно вырвутся вперед в финансовом плане. Там у Бетрайдера совсем скоро фурстав, наверное, появится и будет вообще поплава. Теперь он сможет вытаскивать абсолютно любую цель безопасно. Он показывает, что Т2 надо ломать сразу. То есть не ломает Т1, да. Но это нормальная срота. Это Иван Антонов мог так сказать в свое время. Типа, что? Там третий левел? Он убегает за Т2 вышку? Глупец. Этого тоже. Да, и этого тоже. Так, хорошо, кстати, заслипал демон. Смотри, здесь Фурион-то может... Нет, Фурион... Да, Фурион там может, там Бетрайдер-то с даггером, и он... Почему он не залососировал? А потому что там 5 типов, и тут демон сейчас, да, ласты склеил. Слушай, а тут вышка-то отвалится. Да, конечно, отвалится. Такая гапша подошла, так что все нормально. Главное, чтобы дигнатосы не подфидели еще вот разок, как они это сделали несколько минут назад. И тогда они действительно могут нормально победить в этой катке. Потому что там, как-никак, лейт посерьезнее, ну, в смысле, вообще серьезный, да. Там есть, конечно, луна, и у луны денег немало. Но это можно поправить, если успеть снести базу. Опять они стримят пап, а выдают его за какую-то квалификацию. Блин. Я вообще в тренерах у команды сижу, у одной из команд. Нас раскусили. Да. Там кентавр зашел с тыла, попытался дать стан, не особо удачно получилось. Варды, кстати, зафармили ребята из Дигнатос. Тракса очень коцаная. Тракса очень коцаная, сейчас ей залетит один импетус, она умрет. Я читаю эту игру, просто вот. Так. Ну что, борозда отличная. Ой, да, борозда отличная. Ну как же там дизраптор хорошо накрыл. И может быть даже еще кого-то получится снести. Нет, Пайкат успевает уйти из-под статик шторма. Улетает отсюда Драгон Найт. Да, все отсюда поразлетались. Одна Тракса в результате погибла. Тракса, кстати, я заметил, она вообще не отстреливает, вот что происходит в этой игре. То есть она куда-то подходит, ловит какие-то тычки, там погибает как-то преждевременно. Вот примерно как ты на суппортах, вот так же и Тракса играет сейчас. Суппортит, я должен умирать? Нет, ты не должен умирать, это разные вещи, понимаешь? Ты можешь умирать, то есть ты не обязан там супер сейвиться. Не путай. Да-да-да. Я должен умирать во имя Керри. Во имя Луны. Как там? Луна светит всем, и злодеям, и жертвам. Я не понял, о чем ты, ну да ладно. Озвучка из первой доты, ты гонишь? Нет. Марта так говорит. Я не знаю, я знаю, она Иллидан где-то здесь. Поймали Луну. У нее, кстати, Эклипс есть. Ничего. Не будет на него проживать. Ну, там еще и Сайленс повесили. И Фурион Чайка прилетел. Кстати, буйствующего Мизери только что убили. Сняли с него стрик. 424 золота заработал себе дизраптор. Так что окей. Мека появляется у Козы. А у Энигмы Меки еще нету. Или она летит? Она тоже летит должна, по идее, да? Да-да-да. Мека летит уже к Энигме, то есть Мека появляется одновременно у обоих коллективов. Сейчас они должны за 20 секунд допушить Т2. Они его, наверное, допушат, там фортификейшна нет, 300 хп только. Что там по золоту? Что там по золоту? По золоту 3000, по... Не, по золоту все более или менее, по опыту все плохо. Левела очень сильно выходит вперед сейчас у команды псов. Да, Т2 забрали, идут дальше на Т3. А тут-то ребятам ломать нечего, и варды они уже потратили, что немаловажно. Дефицит тоже не особо есть чем. А тут очень серьезная гапша подходит, мека уже была прожата. Нет, мека еще даже не была прожата. Так что сейчас... Такс, хорошо, дизраптор закрывает, Бетрайдер прыгает, Бетрайдер пытается утащить Энигму, и получается это сделать! Луна зашла с фланга с Эклипсом и снесла половину команды Дигнатос. Минус 5, минус 5. Нет, Фурион улетает с тэп-аута, но это тим-вайп, по сути, был. Да, так... Вообще, причем без шансов развалили, учитывая то, что у Луны даже БКБ нету. Вот в чем дело. То есть, там просто на халяву. Там грамотно цепанул Энигму Бетрайдер под слип Элдор Титана. То есть Блэкхола как такового не было. Меки тоже не было в файте. И получилось, что ничего не получилось.
Тракса всего 8 уровня, у нее БКБ тоже нет. И 960 хп. Что она там могла сделать? Ее сбрило мгновенно. Да уж. Слушай. Что? Я где-то видел этого Фариона. Меня сказали покинь игру. Тебе сказали покинуть игру? Компьютер так сказал. Зачем он тебе так сказал? Сколько ты покинешь эту игру и выкину меня. Каспер, ты в курсе, что в деревне любой человек, умеющий переустанавливать Windows, автоматически становится хакером? Поверь, в моем городе это такая же самая фигня, да, тоже работает. Я неудачно приехал домой. Гора системников дома. Ты всем обязан переустановить Винду? Ты же дяди, тети, сестры. Более того, погоди, более того, если ты вообще разбираешься в компьютерах, ты просто обязан уметь подавать налоговую декларацию в электронном виде, я тебе вот так скажу. А, это я в курсе с твоими да. Налоговыми декларациями. А там ведь самая невероятная система. Друзья, если вы будете заниматься электронным оформлением налогов, просто вот бог в помощь вам. Звоните Касперу, гуру по налогам. Гуру, да. Уже гуру, уже все, ничего не поделать. Я прошел краткий курс, даже не краткий, а полный курс молодого бухгалтера. Так, ладно. Что у нас имеется по айтемам? По айтемам есть очень хорошо запакованный бетрайдер, стандартная коза, хороший тоже такой приятно плотненький раста и потихоньку набирающий обороты Elder Titan, который скоро тоже будет даже с руки банально разваливать. Тут Луну уже будет трудно остановить, очень БКБ 10-секундный, 1300 хп почти, у нее 2000 на руках плюс доминатор, ее надо убить как-то за Black Hole. Опять же, 1200 хп, там выбивать пока особо нечем. Ну, погоди, Black Hole еще нужно дать, вот в чем проблема. Дать его не проблема, надо дать в героев. Хорошо, исправил. Там мы видели, как Black Hole даются. Так, тут пеньки охраняют вышку. Ну, от Луны особо не поохраняешь. Еще Титан подошел, у которого всего лишь 300 урона со своим астралом. Подумаешь, каких-то 300 дэмэджа, да, вот, на 19-й минуте. 300 дэмэджа — это ни о чем. 300 дэмэджа, просто, например, Траксия, Энигме, Дизраптору и Фуриону будет достаточно 3 ударов. Вот просто. Ну, там плюс какой-то скилл залетит, плюс там какая-то фигня зацепит. Вот 3 удара, короче, типам нужно. Норм? Все в порядке. Я думаю, что ребята будут... А почему у меня не горит, когда лестница следующий Аршан? Потому я что вижу, ты делал реконнект. 20 секунд. Да, да, появится он очень-очень скоро. И у нас сейчас поймали бетрайдера. Это для него плохой знак. Когда в тебя бьют 5 человек, да. Это плохой знак. Это плохой знак. Ну и что, можно даже Рошанчика отжать, хотя я думаю, вряд ли есть такой вот супер четкий тайминг на этого Рошана у Дигнатос. Я думаю, может, они проверят как-то. Пенька Фурион, например, отправить. Хотя, да, Т2 сейчас быстренько запилят, и все будет нормально. Там, правда, еще Backdoor Protection работает, что быстренько не получится. Там демон заслипал двоих. Ну, в случае бетрайдера еще не будет 15 секунд. Да, без него драться особо смысла нет. Он действительно один из ключевых персонажей. Но вот сейчас Глиф. Бетрайдер появится через 6. За 7 секунд вышка 5. Упадет. Да, вышка-то упадет, но дальше-то что? Там внизу Т3 раз-то подошел запиливать. Так, Пайкат, не давай без вот этой грязи, просто направь на вышку. Там у нас тем временем начинается драка, хороший был Black Hole от Энигмы, правда там 2 типа было в БКБ, поэтому дэмэджа им не нанеслось вообще никакого. Бетрайдер утаскивает типай, и опять остался один Фурион. Потому что он вовремя улетел дефить ботом. Вот Фурион у нас постоянно, я смотрю, вовремя улетает. На самом деле, Black Hole был, в принципе, неплохой, только у Enigma нет БКБ, и очень быстро бороздой все это дело сбилось. Еще ребята Рошанчика заберут, и, я думаю, пойдут заканчивать. Катка минут на 25. Да, я тоже думаю, что не больше, потому что слишком уж сильное преимущество, слишком явно лидирует. И по деньгам уже графики тоже нам как бы намекают, что псы неплохо катают в дотку.
Видимо, запускали эту игру раньше. Прошли туториал на Dragon Knight, как мы выяснили. Почти прошли. Им еще предстоит это доказать в финале, возможно. Но пока они еще не выиграли, так как это Best of 3 серия. Сейчас мы видим, график ринулся резко вниз по опыту. По деньгам там тоже видим небольшой скачок. Так вот, это Best of 3 серия, не забываем. Победившая команда выходит в финал виннеров. Ну и, по сути, просто в финал битвы за квоту. Потому что тот, кто побеждает в финале виннеров, Герман, кстати, нормально начал урожай косить. Корею забрал. Сейчас тут на Старладере. Хотя... Я думаю, очень трудно будет тягаться с сетбойсами. Да, в том-то и дело, что... Ну, даже если едет, допустим, две команды, да, едет к нам сюда на ланы. Допустим, демон... Получится у демона к нам приехать. А тут-то... Нави, Альянс, там еще какие-нибудь, не знаю, Empire, еще кто-то. Да, ДК... IG, там, или Vici Gaming, или еще кто-нибудь. И ты такой... Приезжаешь после своей Кореи, да, изикаток на расте в миде. И такой, типа, так, что-то проблемки. Не то. Да, Бутрайдера хорошо тут приняли. И Луна очень сильно нарезает. Там еще торнадо-то как мешается. Луна гонится за Драгонайтом. Не остановить уже. Типа, не хватает дэмэджа. Сейчас пойдут бимчики и допилит. Так, ну тут Луна пытается отдать Аэгис, и получится ли максимально реализовать этот самый Аэгис, да, пошло мотостайл, Люсенбим, наверное, в Энигму все-таки стоило закинуть. Там еще урну подхиливают. Ой-ой-ой, демон хорошо заслипал, и отличный фраг, и у него опять эти 300 урона, одну тычку типу одному, другую тычку типу второму, посмотри, 189 чистого урона залетает по Энигме. Да, ну тут ГГ, естественно, уже написали. Изикатка для демона Мизери, Пайката и компании. Но это была первая игра. Впереди у нас еще вторая, которую мы с вами увидим совсем-совсем скоро. Буквально через несколько минут, после небольшой третья паузы. Третья я бы тоже не зарекался. Ну, пока поговорим про вторую. Потому что вторая когда-то скоро начнется. Далеко не разбегайте, сейчас немножко музычки. И услышимся через, я думаю, действительно, несколько минут.